Ассаляму алейкум, сайгылы телесвердилермыз. АТР телеканалы санат ақында Янны Алейханы башлай. Айрет программасының девамында музыка алемінде дүния жемешур, шах эсерлері ақында сізлерге икайе этедекміз. Санат дүниясына далып, байтақта олып кечкен ән парлақ тәдбірлеріні зиярет этедекміз. Ән гүзел тесуратлар тек Айрет программасында. Бүгін біз Киев опера ве балет театрында болынамыз, ве балет жанрнен таныш олажақмыз. Алиджина пластика, маналы арекетлер саясында балет санатында терен фикир ифаде етіле. Балет артисты керчіктенді мәретлі олмақ керек. Балетнің тарихы Италияда ренессанс дәуірінден башлай, ве бүгін ки күнде бұ жанр элитар жанрларындан бірі сайла. Интересен пластикой, музыкой. Это великолепно, это самое такое душевное. Это то прекрасное, которое будет всегда с нами. Оно навсегда останется в нашей душе, в наших сердцах. Мне очень нравится именно киевская труппа. Штрауса произведения я сама лично играла, поэтому интересно послушать. Это всегда интересно, открывает для себя новое. Это прекрасно, это красиво, это душевно. Сонки чанны эшитемыз ойсе бізлерні аджайып музыка ве ойын алемыне даведеті. Бысысе мемнуниет іле хабыл етеміз. Киев милли саналаштыруларындан бірі Вьяна вальсы сайла. Штраусларының музыкасы ичкімсені первасыз қалдырма юреклерімізді айрет ве эйджан дұйғыларыны пейда еті. Сөз сырасы біз эпіміз штрауслар ақында чоқ ешіткен едік ве оларының музыкасыны адда таныймыз. Штрауларының вальс қыраллары деп адландыралар. Иоганн Штраус бабасы ве оның оғлылары Йозеф Вео Иоганн бір чоқ вальс номинелеріні яздылар. Киевде есе оларының музыкасына Вьяна вальсы адлы спектакліні саналаштырдылар. Ве бізлер бүгін бұ темашаның шатларымыз. Вы являетесь создателем этого спектакля, являетесь автором либретто, хореография. Вот что значит поставить балетный спектакль с нуля и почему вы остановились на музыке Штрауса? Вы очень сложный вопрос задаете, потому что
конечно, если ответить одной фразой, ну вот что поставить новый спектакль? Ну, я думаю, что это, в общем-то, прожить какую-то новую жизнь для себя и сделать массу новых открытий, восторгаться талантом других людей, я имею в виду эту семью Штрауса, потому что балет действительно поставлен на музыку Штрауса замечательную, Йозеф Штраус, Иоганн Штраус, отец Иоганн Штраус. И, конечно, когда мы работали над этим балетом, ну, в первую очередь, мир открывался для меня, конечно, и в мир этой музыки, и мир этой истории, и этих взаимоотношений, этих чувств. И работы с артистами, этими великолепными работами, которые вот первый состав смог воплотить в партии Карлы, в партии Франца, самого Штрауса, мы ему дали так, вот мы его называем Франц. Поэтому, конечно, для меня это часть жизни определенная, часть моих открытий, часть моих побед, часть моих каких-то там разочарований, очевидно, падений, подъем и вперед. Ну, для меня это счастье, конечно, на самом деле. А, Николай, скажите, в спектакле есть конфликт, и наша политическая ситуация тоже очень сложная. Вы верите, что это все закончится, и вы с этим спектаклем обязательно приедете, но только уже в наш Крым? Вы знаете, до конфликта как раз вот со своими работами творческими и с моим предыдущим коллективом, где я работала неоднократно, мы были в Крыму, я должна вам сказать, что у меня родственники в Крыму, я очень сейчас тяжело переживаю, потому что наш контакт несколько оборван. Конечно, мы все очень соскучились за Крымом, мы за ним скучаем, и я думаю, что эта встреча наша, вот такая настоящая, она обязательно произойдет, и все будет хорошо, и мы снова все друг друга обнимем, и обязательно покажем Венский вальс в Ялте, в этом огромном зале, юбилейный. Я думаю, что ну, как-то мы все этого настолько ждем и настолько мы верим в это, что этого не может просто тут не быть. Бұл спектакль севгі ақында генжбестекер Франц Веоның келіні Анелінің севгі икесі Акс олына. Амма бұл сюжет беди уйдырма сайла. Штраусларының керчек аятындан алынмай. Бұл ерді ашық-машықларының еріне баба ве эвелятлары арасындаки зидиет Акс олына. Кім вальс қырғалы ұнванына найыр оладжақ? Бұл спектакль дайчық бұдава аққында. Ненен бұдава біткеніні біз бөлмейміз, ама Штрауслар не қада күзел музыканы бағышлағанны бұна біз шатымыз. Характерно для музики Штрауса, как должен звучать оркестр? О, це дуже гарне запитання, тому що дехто розцінює і бачить музики Штраусів лише раз-два-три танцювальність. Сутта легку танцювальність. Але я розцінюю цю музику і бачу в цій музиці цілу симфонію почуттів.
світлих, радісних, щасливих, життєздатних, часом сумних, але легко сумних. І все це разом воно створює саме отак той неповторний настрій, ту неповторну ауру, яка може подарувати лише музика родини Штраусів. Бо це тут і Штраус батько, Іоганн Штраус батько, Іоганн Штраус син, і його брати Жозеф Штраус і Едуард Штраус. Ну, також є ще Іоганн Штраус онук. Але, на превеликий жаль, поки що ми не можемо знайти ноти для того, щоб виконати його. Ну і саме ця аура, вона робить неповторною музику Штрауса і виконання, і особливо в такому, ну, на мій погляд, фантастично гарному поєднанні разом з балетом. Ви саме дивились перший акт, самі дивились перший акт і бачили, як гаряче сприймає публіка цю виставу. І сприймає не лише сьогодні, сприймає на протязі 16 років. В чем заключается новаторство венского вальса? В чем сложность хореографии? Балет «Венский вальс» поставила Анико Юрьевна Рихвиашвили. Она постановщик, художественный руководитель нашего театра и постановщик этого балета. Ее особенность хореографии отличается особой музыкальностью, особой неповторимым стилем хореографии, который она ставит. Здесь все очень отражает характер артистов, и как бы музыка отражает каждый образ в спектакле. Это, я считаю, что очень удачный балет, он поднимает настроение, он передает стиль этого спектакля и оставляет очень хорошее впечатление. Очень-очень красиво, очень прекрасно, мне очень понравилось. Спектакль прекрасный, актеры изумительные, музыка великолепная. Очень довольна, красивые костюмы, декорации. Блестяще. Великолепная постановка, великолепная игра. Восторженно. То, как артисты вкладывают свою душу в этот танец, это очень замечательно. И то, какие они профессионалы в своем деле. Очень приятно смотреть на это. Замечательно. Балет прекрасный. Отлично. Антураж вот этого действия, всего балета, краски, костюмы. Замечательная музыка, замечательное исполнение, танцоры на высоте. Сейчас очень много современного искусства и более таких модерновых интерпретаций, да, как балетов, так и театральных произведений. Иногда хочется вернуться, вот действительно посмотреть классику, почувствовать те истоки, с которых все начиналось. Біздің программамыз соңына келді. Бізлер Мишур санат әсірлерінен таныш етмеге сізлеріні девам етедекміз. Келедек программасында есе мен сізлеріні волышы тақымынен таныш етедем. Гүзел тесіратлар еле әрет программасы сізлеріне сағылықлаша. Көрішмек үзіре!